Русское поле, домик для хоббитов, лаунж-зона для ящериц. Необычные элементы благоустройства парков представили муниципалитеты Подмосковья в борьбе за право получить звание лучшего ландшафтного пространства. В Одинцовском парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной прошел фестиваль «Цвет лета». Номинант от Химок – парк в Подрезково. Клумба, на которой высадили 4000 растений, среди них гвоздики, лилейники, душица – всего 15 видов. По задумке авторов, клумба должна напоминать жителям природу русского поля. У нас в Химках, вы знаете, создан новый парк Подрезково, великолепный совершенно. Здесь надо отметить, что, конечно, без помощи губернатора мы бы этого не сделали, потому что это серьезное вложение средств. И вот как раз сегодня мы видим, что большое количество людей этим занимается, и, в принципе, Московская область с точки зрения обеспечения себя посадочным материалом может обеспечить вполне. В рамках фестиваля прошла и выставка питомников Подмосковья. На ней показали многолетние деревья, кустарники и цветы. Глафира Дмитриева более 10 лет занимается ландшафтным дизайном. Сегодня представляет химкинский питомник, поставляющий растения для украшения городского округа. В этом году город Химки, наш любимый, воспользовался нашими растениями для озеленения замечательных композиций, которые представлены на центральных улицах, парках. Там используется однолетняя рассада. А также, насколько я помню, некоторые многолетники. Главный вопрос – как сохранить природу и органично вписать ее в городское пространство. Именно этому отдавали предпочтение при выборе победителя. Им стал городской округ Химки. Вручил поздравительную грамоту министра благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Он отметил, что такие конкурсы позитивно отражаются на внешнем виде всего Подмосковья. В каждом городе появилось новое общественное пространство, сделанное за короткий срок, но с большой любовью, с душой, с энтузиазмом, профессионалами. Это очень важно, и, конечно, это нужно развивать. Всего в фестивале приняли участие 32 муниципалитета со всех концов региона.